С таким подходом у него хорошее будущее. 100%. Ангелина Мельникова, Воронеж. Землячка Виктории Комовой. Гимнастическая школа Штукмана. Ух ты! Ну, наскакала на приземлении, воткнулась в руки, скрутилась. Попробуйте разобрать сейчас, что случилось у Мельниковой на прыжке. Сейчас на повторе обратите внимание, на в какие согнутые руки она попадает на опорный прыжок. Ну, на повторе, кстати, хорошо видно, но в режиме реального времени было видно, что прям сильно ее прижало к опорному прыжку. Базовая сложность 5,4. Оценка 14,266 за первый прыжок. 266 тысячных. Оценка за первый прыжок. Сейчас Мельникова тяжело тоже после вольных упражнений, которые она показала, конечно, в финале многоборья. Так прекрасно шла вообще все три снаряда, и вольное упражнение в конце допустило много ошибок. Но опять же, я замечу, что самое главное, не получила никаких серьезных травм. Это самое главное. Второй прыжок. Здесь надеемся, что она уже отдохнула за вчерашний день. Достаточно неплохо. И вот тот самый прыжок, который Набиев попыталась сделать, но было положение тела, согнувшись здесь, в фазе полета, у Мельниковой все гораздо здесь лучше. Все хорошо. Дадут сложность, я думаю, 5,4. Артем Воинов. Специалист на прыжке. Сразу уже разбор полетов, не отходя от кассы, как говорится, обязательно, провел. Пока ничего не забыл, все лучше сказать сразу и потом над этим работать.